Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Валентина, и вы на канале «Жизнь по-новому». Сегодня я хочу предложить вам салат, очень оригинальный, красивый, своеобразный. Очень похож он на сельдь под шубой, но это уже более такая новая версия, скажем, оригинальная. Селедочка копченая, холодного копчения нам понадобится, буряк, картофель, яйца, морковь, лук и майонез для заправки. Еще он очень оригинален тем, что слои являются его украшением. Итак, приступим. Сейчас я разделаю рыбку. Натру на мелкой терочке яйца, отдельно желтки, отдельно белки. Также картофель на терочке, морковь, буряк. Лук замаринуем кипятком, солью, сахаром и уксусом и будем собирать. Все очень быстро и вкусно. Рыбку я разделала, все косточки я выбрала. Буду собирать я на тарелку, чтобы уже не пачкать лишнюю посуду. Берем картофель и трем его на терке на дно. Вилочкой равномерненько распределяем по форме картофель и смазываем майонезом слегка. В нашу рыбку мы добавили лук замаринованный. Все это перемешиваем. И добавляем поверх картофеля. Отставляем в сторонку нашу заготовочку. И приступаем к, собственно говоря, слоям украшения нашего салата. Яйца. Отделяем белки от желтков. И натираем на мелкой терке. Одно яйцо откладываем в сторонку, белок. Теперь натираем морковь, тоже на мелкой терке. После того, как мы натерли на мелкой терочке яйца, желток, белок, морковь, также у нас осталось еще одно яйцо, вернее белок, теперь мы будем натирать на мелкой терке буряк. Натертые белочки, оставшиеся, здесь вот немножечко сока можно добавить и вот так перемешать все. Все, начинаем собирать и украшать. Смазываем нашу рыбку оставшимся майонезом. Вот так смазала я рыбку майонезом. Выровняла поверхность. И теперь начинаем собирать наш салат. Берем морковочку. И вот так вот полосочкой выкладываем. Следующий слой – белочки. Теперь бурячок. Желточек. Буряк. Желточек. Пилочкой аккуратно распрямляем все. И так вот такой салат у меня получился. Если у вас есть зелень,
укроп, петрушка, зеленый лук. Сюда очень-очень это все пойдет. Красота и вкуснота. Просто, быстро и очень эффектно. А с копченой сельдью, ребята, очень вкусно. Вот так вот на новогодний стол и на любое праздничное застолье вы можете подать и удивить своих гостей. С вами была Валентина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И до новых встреч. Пока-пока.